Масштабное событие, направленное на повышение статуса региональной журналистики, печатных и электронных средств массовой информации. Губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев. Сегодня я рад приветствовать на Тульской земле наших коллег из Рязани, из Калуги и из славного города-героя Керчи. По традиции мы уже проводим не первый год, уже форум становится традиционным, и в этом году мы пригласили вас в восстановленное дворянское собрание. Вот это прекрасное здание, которое было построено нашими предками, и 3 года назад Министерство обороны приняло решение о передаче этого здания в собственность сначала муниципалитета города-героя Тулы, а потом вот мы совместными усилиями восстановили и вернули в культурный оборот вот это прекрасное здание, которое сегодня уже принимает не первое большое мероприятие. И я еще раз хотел вас поприветствовать, сказать вам добро пожаловать вот в этом прекрасном здании. Уважаемые коллеги, вы знаете, что сегодня вместе с медиафорумом у нас проходит экспертный совет Министерства связи по развитию как раз вопросов региональной прессы. Приехали наши федеральные друзья с наших федеральных каналов и представители общественной палаты Министерства связи. Я думаю, что сегодняшний форум позволит вам обменяться лучшими практиками. Действительно, сегодня региональная пресса в непростой ситуации. И мне кажется, те вот изменения, которые происходят в настроениях людей, в предпочтениях наших читателей и зрителей, они все равно, они меняются, конечно. Но региональная пресса, она все равно остается востребованной и интересной. И правительство Тульской области, мы поддерживаем наши региональные, районные печатные издания, поддерживаем наш региональный канал телевизионный, которому тоже, кстати, непросто, но он, что называется, несмотря на все трудности, развивается и становится все более и более популярным у зрителей города-героя Тулы и у жителей Тульской области. Уверен, что тот опыт, который вы приобретете, общаясь сегодня здесь, этот опыт будет направлен на положительные изменения в наших регионах. И хочу заверить вас, что мы, как правительство Тульской области, я как губернатор Тульской области, крайне заинтересованы не только в сохранении нашей региональной прессы, но и в ее развитии. Еще раз добро пожаловать и успехов вам. Спасибо. То, что форум, медиафорум проходит сегодня в Туле, и то, что мы решили здесь провести заседание экспертного совета, это не случайно. Потому что в Туле и в Тульской области уделяется очень большое внимание поддержке и развитию именно региональных местных средств массовой информации. Этим летом я здесь был, у нас с губернатором был достаточно большой и продолжительный разговор, и главной как раз болью руководителя области было состояние местных средств массовой информации. Безусловно, встает вопрос, кто я, журналист, а что это такое? И, конечно же, наше отношение к власти, к обществу и так далее. На мой взгляд, журналист представляет общество. Это не профессия лишь для самовыражения. То есть вы часть, и мы все, мы — это часть общества. Мы часть общественной рефлексии, и мы должны делать нашу работу в этом смысле ответственно.